Бисмилляхи рахмани рахим. Наша жизнь, она дана Всевышним Аллахом с ее трудностями, испытаниями и также, естественно, с хорошими моментами, которые сменяют друг друга той или иной периодичности, по мудрости Всевышнего, по его предопределению. И хотелось бы сказать о том, что эта жизнь, она дана нам как раз для того, чтобы посредством, как Аллах Всевышний в Коране в некоторых аятах говорит о том, чтобы посмотреть, чьи же деяния окажутся наиболее наилучшими, то есть кто как достойно пойдет эту жизнь, пройдет достойно эти испытания, не разувержившись Аллаха Всевышнего, не опустив руки и продолжая двигаться по жизненному пути, добиваясь довольства Всевышнего Аллаха. И Аллах Всевышний, естественно, дав эти испытания, Он не оставил верующего без каких-то рецептов. Вот один из рецептов – это вот поминание Всевышнего Аллаха, как Он в Коране говорит, «Аля бизикриллахи татмаинналь кулюб», то есть как задает вопросом Всевышний Аллах, а разве не поминанием ли Аллаха успокаиваются сердца? То есть основная, очень зачастую проблема у людей – это вот именно проблема в том, что беспокойство в той или иной жизни ситуации, как здесь быть, как поступить здесь, как я пройду это, да, то есть хватит ли у меня сил духовных, в том числе, да, пройти те или иные, так сказать, препятствия на нашем жизненном пути. И зачастую многие люди, может быть, забывая слова Всевышнего Аллаха, забывая сунну посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, они, к сожалению, опускают руки перед этим трудностями жизненными и более того не впадает в апатию, а наоборот далее более того именно накладывает на себя руки, уходя из этой жизни добровольно, то есть заканчивая жизнь самоубийством так называемым. И перед Всевышним это, естественно, большой грех. Аллах Всевышний в Коране об этом говорит «Валя тахталю анфусакум», то есть не убивайте свои души, не убивайте самих себя. «Инна Аллаха кяна бикум рахим», то есть и поистине Аллах для вас, то есть как бы милосердный. То есть Аллах Всевышний дал много тех моментов, за которые нужно ценить жизнь, за которые нужно, естественно, благодарить Всевышнего и не доводить себя до самоубийства. Ибо как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал в одном из речений о том, что человек, покончивший жизнь самоубийством, если он убил себя железом, то он будет в будущей жизни, когда мы предстанем перед Всевышним, периодически из раза в раз повторять это действие, причиняя себе боль и страдания, и таким образом как бы, да, он будет искуплять, так сказать, ту ошибку, которую совершил в этой жизни. Если человек покончил жизнь, приняв отравляющее вещество, яд, то также в будущей жизни он будет таким образом испытан. Если же человек бросился со скалы, с высоты и разбился, также он будет в будущей жизни таким образом, Всевышний будет его наказывать за то, что он не проявил должного терпения, за то, что он в этой жизни забыл о поминании Всевышнего, за то, что он не смог, так сказать, взяв себе в руки, обратиться к Всевышнему Аллаху и пройти, так сказать, этот временный промежуток, который дан каждому человеку в этой жизни.